заслуженно очко. Действительно, команда его не выстрадала, она его заслужила в этой встрече. И по моментам, и по движению она Реалу точно не уступила. И в результате этого Малага остается на 10-м месте в чемпионате Испании. А Реал упускает возможность обойти по очкам Атлетико Мадрид и выйти на чистое второе место. Теперь команды мадридские сравнялись. И в следующем туре нас ждет мадридское дерби. Атлетико играет еще в этом туре с Вильяреалом. Ну и 9 очков отрыва от Барселоны. Это очень много, да? Да, это много очень. Это видно, что футболисты Малаги все довольны. Стадион. Болельщики довольны, как будто... Аплодируют, да, как будто они победили, да. А единственное, футболисты мадридского Реала все расстроены, конечно. И отрыв от лидера чемпионата увеличивается. Да, это был очень хороший футбол здесь на Ля Росалини в Малаге, между Малагой и Реалом. Спасибо, что были с нами, спасибо, что смотрели. Евгений Алдонин, огромное спасибо, Жень. И вам, Константин, да, большое спасибо. И Константин Генич стали свидетелями хорошей испанской игры. Смотрите Испанию на канале Футболдинга Матч. Дальше будет еще интереснее. Адьос, амигос. До свидания.